Скандинавский интерьер – это простота, естественность и натуральность. Декор в нем практически отсутствует. Но те вещи, которые появляются в интерьере, они эксклюзивны и обязательно сделаны своими руками. Поэтому я вам сегодня покажу, как сделать картину и даже часы из мешковины и кружева. Начнем с картины. Кроме мешковины и кружева нам понадобится кокосовое волокно, льняная бечевка, клеевой пистолет и эскизы, которые я сделала предварительно. Для начала на основу наклеим кокосовое волокно. Оно будет создавать темный фон, так как мешковина просвечивается. Если у вас нет такого материала, то вы можете использовать либо темный картон, или цветную бумагу. Фон готов. Дальше приклеиваем мешковину. Теперь переходим к кружеву. Я выбрала натуральное льняное кружево. Оно смотрится очень естественно и самобытно. Закрепим его вокруг в виде рамочки. В этой работе никаких канонов нет. Вы можете располагать кружево горизонтально, вертикально, по диагонали, по кругу, так, как вам подскажет ваша фантазия. Переходим к центру композиции. Согласно эскизу, маркером наметим рисунок главного кружевного элемента. При помощи клеевого пистолета повторяем контур рисунка и приклеиваем бечевку. Картина готова. Осталось ставить ее в подходящую рамку. Теперь переходим к часам. Я взяла простые недорогие часы. Нам понадобятся стрелочки и механизм. Все остальное проделываем точно так же, как с картиной. Подобрать готовые часы в этнический интерьер очень сложно. Вы можете их сделать своими руками. Вы получите не только эксклюзивную вещь, но еще и массу удовольствия.